24 октября в Токио откроется 46-й международный автосалон, на котором мы наверняка увидим совершенно невообразимые проекты от японских производителей. Марка Mitsubishi продолжит исследовать тему подзаряжаемых гибридов с электрическим полным приводом. Однако новый концепт будет компактнее прошлогоднего Энгельберга. Пока опубликован лишь один тизер. Если предположить, что на нем изображена багажная дверь, то круглые элементы могут быть вентиляторами охлаждения электрической установки или же динамиками аудиосистемы. О серийном применении шоу-кара говорить, конечно, рано. С другой стороны, у марки пока два компактных кроссовера. Стильный Eclipse Cross вышел менее 2 лет назад и в обновлении пока не нуждается. А вот Mitsubishi ASX выпускается с 2010 года. Очередная, уже 4-я по счету рестайлинговая версия, выйдет на российский рынок в первом полугодии 2020-го. Но на этом развитие модели наверняка не остановится. Автономный грузовик Scania AXL предназначен для шахток и крупных строительных площадок. Маршруты здесь известны заранее, поэтому особой нужды водителей нет. В основу прототипа положен модульный принцип. Вместо кабины установлен интеллектуальный передний модуль. Для беспилотника принципиально важен выбор программного обеспечения. Scania контролирует целая интеллектуальная среда, в которую интегрированы различные камеры, радары, лидары и GPS-приемники. Например, автономные операции в шахтах грузовик выполняет, получая задания от цифровой логистической системы. Двигатель внутреннего сгорания работает преимущественно на возобновляемом биотопливе, но конкретные характеристики Scania не приводят.